Поговорим о домашних животных, их заболеваниях, и часто такие же заболевания встречаются и у людей тоже. Ожирение. У нас в гостях наш постоянный эксперт, ветеринарный врач Николай Леонов. Здравствуйте. Доброе утро. Вот как раз буквально несколько минут назад в нашей студии был врач-педиатр, поговорили о том, что энергетики могут влиять у человека на избыточный вес. Но коты-то едят ровно то, что мы им положили, откуда у них лишний вес? Да, но проблема-то в том, что мы им положили, и положили еще раз, и еще раз положили, и он все просит и ждет. И каждый член семьи что-то положил, что-то дал. И часто приходит владелец и говорит: да мы его мало кормим, он там корма съедает у нас. У меня вчера, кстати, такой пациент был, пару столовых ложек, но он все равно толстеет. Почему? Он еще плюс за день съедает почти килограмм лакомств различных. Ну вот представьте, там наш рацион бы составлял какой-нибудь небольшой салатик, ну еще бы килограмма два торта мы еще в день съедаем, и все нам нормально. Притом собака лежит, ей безразлично. А вообще, какие лакомства? Это тоже даются со стола своего люди или как? Это не обязательно со стола, нет, это могут быть и фабричные лакомства для собак. Абсолютно здесь разницы никакой нет. Нужно же понимать, что ожирение наступает тогда, когда у нас есть дисбаланс поступающих, да, питательных веществ, энергии и потраченные. Да. И чтобы похудеть, нужно либо двигаться, либо меньше есть. Но совсем не есть, чтобы похудеть нашим собакам и кошкам, тоже нельзя. Потому что если мы будем разбираться в причинах, то кошка с большой массой, мы ее не можем не кормить. У нее наступит такая патология, как липидоз. У нее будут изменения в печени, и она может умереть от этого запросто. Поэтому, если мы имеем кота с большим весом, мы его не можем сразу посадить на жесткую диету. Мы вообще никого не можем так сделать. Мы должны снижать энергию рациона сначала на 1-3%, потом на 15%, ну и максимум 20% от желаемого веса. И вот владельцы, когда хотят, чтобы их животное сбросило массу, они должны на пачке корма видеть и смотреть, и ориентироваться по норме кормления не на сегодняшний вес, а на вес желаемый. То есть если кот там весит 6,5 килограмм, есть и 10,5, и 12 килограмм коты. И это умиление еще у многих вызывает. Какой толстенький кот. Да, но при этом этот кот двигаться не может, у него болят суставы, развиваются проблемы с сердцем. На прошлой неделе мы с вами обсуждали как раз стресс у кошек. Так вот, может ли как раз вот эта самая диета вызвать стресс? И мы получим, скажем так, худеющего, но агрессивного кота. Ну, агрессивного мы точно не получим, но слегка нервного точно можем получить, если ее неправильно как раз составить. Здесь порции должны быть небольшими, но они должны быть в течение дня. Здесь лучше, например, можно купить автоматическую кормушку и запрограммировать, чтобы каждые 2 часа какую-то порцию корма выдавал, чтобы кот эту кормушку не сломал или собака. То есть, чтобы похудеть, нужно еще и есть более-менее нормально. Вот, но понятное дело, что никаких лакомств быть не должно. Вот это как раз про собак большая часть история. Когда собака ничего не ест, корм, а лакомства она ест с удовольствием, потому что они вкусные, и владельцы радостные, дают эти лакомства в больших количествах. Это тоже ненормально и плохо. Особенно это все касается кастрированных кобелей, самок. Особенно это лабрадоры, например, которые просто становятся огромными, или ротвейлеры, или шпицы, или йорки. А чем опасно вообще ожирение котам? Опасно патологиями сердца, потому что нужно прокачать. Если нормальный вес собаки, да, йоркширского терьера, там от 1,5 до 2,5 килограмма, ну, есть и 3,5-4, то он может там иногда весить 7 килограмм. Бедная собака не может идти, потому что он задыхается. Ему либо дышать, либо идти, либо двигаться. Также проблемы с суставами. Если ваше животное уже стареющее, старше 8 лет, это уже патология. То есть, по сути, все те же самые человеческие проблемы. Вообще так же, ничего нового. С печенью, сердцем, суставами, конечно, все, на что влияет лишний вес. Вот эти ролики смешные про то, когда собака или кошка идут по беговой дорожке. Если вдруг, ну, у человека дома такая имеется, есть ли смысл его так раз привязать, самую медленную поставить? Пустить для его? Того, чтобы научить собаку ходить на беговой дорожке, нужно ее приучить, чтобы она не боялась ее. Есть беговые дорожки для собак сейчас. Они есть. Серьезно? Да, специальная беговая дорожка. Это старые
человечество. Я уже не пользуюсь, забирай. Там суть такая же, платформа больше и шире. И есть беговые дорожки с бассейном еще, для того, чтобы как раз для тех, у кого болят суставы, не было нагрузки. Да, и сейчас как-нибудь поговорим про реабилитацию, и это очень интересная тема. Сейчас это развито больше, чем у людей, я вам скажу. У нас в городе они есть? Где-то в наличии, есть, как бы посмотреть, есть, да, когда они... Походить! Вот, и сейчас как раз наступает такой момент, когда мы можем все-таки удлинить прогулки. Мы не должны эту бедную собаку загонять, потому что нельзя с массой большой бегать. Нужно ходить медленно, постепенно, но ходить и увеличивать как раз эти прогулки. Нужно следить за количеством корма, которое съедает, и кратностью кормления. Никаких исключить лакомства. Все, ничего интересного не давать. Только в порядке поощрения и дрессировки. Если мы говорим о кошках, то обязательно следить, чтобы медленно-медленно снижалось количество корма. И у всех, перед тем, как вы задумали ваше животное похотели посадить на диету, пройти чекап в ветеринарной клинике, сдать анализы крови для того, чтобы не попасть в обострение каких-то проблем. Потому что у кошек часто еще сахарный диабет, это прям проблема сейчас у кошек. Знаете, у меня такой вопрос возник. Вы когда-нибудь замечали, есть ли вообще в принципе такая закономерность? Ну, к вам же приходит питомец с хозяином, вот когда и у хозяина есть этот избыток, и у кота. Чаще всего наоборот. Да, серьезно? Вот по моим наблюдениям, чаще всего наоборот. Хозяева стройные, это собаки... такая гиперкомпенсация, да? Типа, мне нельзя, на ты ешь. Возможно. А собаки там и кошки такие еле ходящие. А говорят, что собака похожа на своего владельца. Но она похожа, только потолще. Спасибо большое. Давайте будем следить за весом и своим примером помогать животным, которые живут у вас дома.